Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам, что нас ждет в патче 9.1 PlayerUnknown's Battlegrounds. Патч действительно большой, в нем много нового и интересного. Конечно же, в нем будет новый билет выжившего. Называется Высокогорье, в нем будет всего лишь 50 уровней. И длится он будет всего 2 месяца. Такой вот укороченный вариант. Также будет новая карта Парама. На ней будет много новых механик. Во-первых, карта, основной фишкой которой будет являться изменение основных локаций. Они будут меняться местами. Карта никогда не будет одинаковой, она будет всегда удивлять. Также на ней есть вулкан, который тоже может во время катки принести вам кое-какие сюрпризы. На карте присутствует лава, в которой можно поджарить свои пятки. Поджарить также мотоцикл, который является единственным транспортом на этой карте. Еще из фишек будет медицинский набор, который сразу поднимает нокнутого. И ключ, который можно вскрыть пирамиду, в которой лут поинтереснее, чем на остальной части карты. Карта красивая, бодро играется, на 64 человека. Мне очень понравилось. Приятнее, чем подобные карты небольшого размера по типу Санок и Каракин. Парама мне понравилась побольше. И на эту карту мы будем залетать не на самолете, а на вертолете, который также будет еще развозить дропы. Аэродроп, кстати, нужно будет сбить. Он сам не упадет. Если в него не стрелять, в этот вертолет, то он так и улетит. Также карта Парама является сезонной. Я так понимаю, после этого сезона она исчезнет. Это больше похоже как на тест от разработчиков кучи новых механик, которые можно будет использовать потом. Также на карте Парамо будет еще новый шакал костюм и синие ящики, в которых будет лежать медицина. Их нужно будет разбить или расстрелять, чтобы ящик развалился и можно было их полутать. Также переделают меню и лобби, магазин полностью переделают и добавят новую валюту — джикоины. С этими джикоинами можно будет покупать все, что за бабло. Наконец-то, во время того, когда вы лазите по менюшкам, вы будете нажимать Escape и будете возвращаться на вкладку «Играть», а не будет открываться настройки. Меня все время это бесило, наконец-то это сделают по-человечески. В оконном режиме и в оконном режиме без рамок можно будет выбирать разрешение, также менять громкость эмоций. В билете выжившего задания будут сами забираться и добавлять вам опыт самостоятельно, не нужно будет каждый раз забирать и каждый раз клацать на каждом задании забрать. Все станет удобнее, красивее, четче, в принципе, по менюшкам вообще респект. В ранговом режиме будет очень много всяких мелких изменений, а также добавится одиночный режим. Ну и наконец-то понерфят Берил, который задолбал, все абсолютно пытаются с ним бегать, играть и нагибать. Пушка заметно сильнее, чем остальные штурмовые винтовки. Ну и под шумок еще вместе с ним понерфят еще и SLR. Обеим этим пушкам снизят урон на 2, также отдачу на 5%. У SLR также еще патрон будет быстрее терять свою скорость полета на 15%. И все это стартует 21 октября, совсем уже немного осталось. Сейчас можно опробовать все это на тесте. Бегло пробежались по новинкам. На самом деле патч ноут очень длинный. И даже одно только прочтение его от начала до конца занимает много времени. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.